Первое его действие – это улучшение деятельности капилляра, восстановление нормального обеспечения клеток, тканей, кислорода. Значит, что здесь нужно? Вот здесь уже правильно все написано. Я потом дальше помещу слайд с картиночкой. Значит, этот гель, он восстанавливает правильный диаметр, толщину, эластичность стенок сосудов. Плюс, кроме непосредственно сосудов, действуют на маленькие-маленькие капилляры, которыми пронизаны все системы. Там попозже будет рисуночек, и вы поймете, насколько сосуд отличается от капилляра. И насколько важно в эти тоненькие-тоненькие капилляры, чтобы кровоток был полный. Значит, дальше. У кого повышенное, пониженное давление, нормализуется давление за счет того, что сосуды становятся правильными. От этого уже идет уменьшение различных жалоб на боли, в том числе головную боль, улучшение цвета лица. И вот там написано, что любые болезни, которые связаны с изменением сосудов, это может быть гипертония, гипотония, это может быть вегетососудистая дистония, это может быть варикозное расширение вен. В общем, все, что связано с сосудами, с капиллярами. Вот. Не дай бог пациент уже или там человек, у вас родственник после инсульта, инфаркта, просто как реабилитационный санаторный курс. Вот. Или, например, его можно северу рассматривать для мужчин как просто антистрессовый препарат. Значит, вот это главное действие северы. Сейчас поподробнее это рассмотрим. Значит, вот смотрите, картиночка слева. Вот чем обычный сосуд, который мы понимаем, который мы видим, отличается от капиллярной сетки. То есть капиллярчики, они настолько тоненькие, и их такое количество, что большинство лекарственных препаратов, которые улучшают кровоток, типа ковентона, цимерезина и так далее, вот, они не доходят до этих тоненьких капиллярчиков. А вот такой натуральный продукт, как гель алоэ вера, нормализует вот это кровообращение. Это открытие не компании ЛР, это открытие, ну, вот, которое ученые всего мира, видимо, собрали, потому что единственное растение, для которого есть международный такой научно-исследовательский институт, алоэ вера, вот сколько лет этот институт существует, и до сих пор не все свойства алоэ вера открыли. Значит, ниже нарисована картиночка, вот эти капиллярные сетки, в том случае, если вот видите, верхние органы дыхательные, да, и тоже все покрыто капиллярными сетками. Посмотрите, какое количество капилляров непосредственно в самих легких. Это просто вообще очень большое количество. Справа нарисован сосуд в разрезе. Значит, вот здесь сразу могу сказать, что то, что мы видим, как будто бы стенка сосуда, она единая. На самом деле она состоит из нескольких прослоек. И вот за некоторые прослойки отвечает гель Севера, а за некоторые прослойки отвечает гель Фридом. За что конкретно отвечает гель Фридом? Там, если присмотреться, там написано такой-то коллаген, такой-то коллаген. Все, что связано со степенью эластичности, то есть сосуд вот так вот делает в течение дня, в зависимости от стресса, в зависимости от температуры. Вы, например, там, ну, пошли условно в холодный душ, в горячий душ, в баню, в сауну, сегодня жарко, завтра холодно. И вот сосуд туда-сюда работает, вот за эту эластичность отвечает Фридом. А непосредственно за толщину, за правильный диаметр, за кровоток отвечает Севера. Чтобы стало понятно, вот механизм действия. Сначала давайте с правой картинки, где вот сосуд как будто бы разрезан. Вот смотрите, что делает Севера еще раз. Она делает сосуд абсолютно правильный изнутри, правильный круг. И стенку сосуда не толстой, не тонкой. Дальше. В Северу входит органический кремний в виде экстракта крапивы. А этот экстракт крапивы, он как будто бы поддерживает стенки сосуда изнутри, в том случае, если это нужно. Вот я внизу вам на слайде привела картиночку с тонированием, а это операция кардиологическая, которая проводится в том случае, если сосуд узкий, если там атеросклеротические бляшки или что-то на этих сосудах помещается. Значит, вводится такая тоненькая трубочка, потом эта трубочка как будто в виде шарика. Кстати, шарик надувается, его как будто бы надувают.
Вот. Потом вот этот внутренний шарик, его как будто раз и сдувают, его как бы вытаскивают. А вот эта расширенная часть, она остается. И в этом месте, получается, сосуд не сужается. Так вот, крапива, которая входит в состав северы, что она делает? Она за счет кремния в той форме, в которой ее можно организму взять, вот, значит, она как будто бы изнутри делает вот такие микростены. Поэтому люди, у которых есть любые сосудистые заболевания, они на северу реагируют очень хорошо. А потому что стенки сосудов изнутри восстанавливаются, поддерживаются, если они тоненькие. И еще, вот если вернуться в предыдущую картинку, нет, не в предыдущую, вот еще, наверное, так, нет, не сюда, дальше пойти, сейчас пойду дальше. Вот, вот смотрите, если вернуться вот в следующую картинку, вот посмотрите на картинку, она здесь одна. Вот между кровяными тельцами есть определенное расстояние. Так вот, севера отвечает за расстояние между этими кровяными тельцами. Они не должны идти очень плотно друг к другу. Они должны как бы вот так вот гулять, вот так вот, играючи. Между ними должно быть расстояние. Называется термин в кавычках «гуляющие эритроциты». То есть правильный вот этот кровоток, кровяные тельца легко перемещаются. И даже если, ну, допустим, спазм или стресс или еще что-то, то когда между ними есть расстояние, есть шанс пройти мимо инсульта, мимо инфаркта. И это самое важное, что делает севера. То есть вот особенно мужчинам старше 35 лет уже нужно делать, ну, женщинам тем более, да, но мужчинам это просто жизненно важно. Вот, потому что у нас, кроме того, что мужчины живут очень мало, у нас еще и руководители большинства мужчин, и стрессовые ситуации дополняются еще и стрессами не только в стране, в семье, там, личными, да, еще и рабочими вариантами. Это вот все было первое действие севера. Теперь второе действие. Профилактика и помощь при диабете. Объясняю, из-за чего. Значит, если у кого-то есть диабет, то формула лечебная – это севера. Не персик, а севера. Почему? Потому что страшен не сам диабет, а изменение структуры органов и из-за этого возникновение разных-разных ситуаций плохих во всех местах тела, начиная, простите, от пяток, диабетическая стопа, заканчивая зрением. Так вот, когда диабетики системно применяют северу, у них, ну, сосуды уже не могут полностью восстановиться, но тем не менее они поддерживают здоровье сосудов, и у них вот этих вот ситуаций обострений намного-намного меньше. Мало того, значит, какого бы ни был диабет первого типа, второго типа, когда человек системно применяет северу, нужно обязательно контролировать сахар. И этот контроль сахара обязательно идти к врачу и показывать. Почему? Потому что сахар при употреблении северы, он будет снижаться, он будет ближе к нормальному значению. Это очень важно, потому что в этом случае диабетикам нужно будет меньше колоть инсулина, меньше таблетированных препаратов, может быть, не три раза, не два раза, а один раз. И это обязательно нужно показывать врачу, что вот такая ситуация, да, что степень диабета уменьшается. Есть, конечно, исключительные случаи, когда человек уходит с инсулина на таблетки. Были такие случаи, да, я знаю таких людей. Вот, но тем не менее, то есть мы не врачи для того, чтобы сейчас взять и сказать, что давайте мы будем пить северу, и все уйдем от диабета инсулинозависимого. Нет, так мы делать не будем. Значит, еще раз, профилактика и помощь при диабете. То есть говорим так, как это на самом деле. Вот. Но обязательно контролируем сахар, потому что возможно снижение дозировки. Дальше. Третий пункт. Помощь в деликатных ситуациях. Значит, этот пункт наиболее интересен мужчинам, потому что по какой-то причине они свое мужское достоинство, свою потенцию вот прямо, ну, как бы ставят между этим иногда знак равенства. Вот, и, значит, так как
восстанавливается кровоток, он восстанавливается везде. И, соответственно, в тех местах, когда нужна жидкая Виагра, эта же Виагра заменяется просто гелем Севера. Вот. Ну, желательно системным применением. При беременности. Когда при беременности, при желании забеременеть, применяется Севера и дает хороший результат. Тогда, когда у супругов поставлен, например, диагноз бесплодия, но написано, что состояние органов, тканей, анализы, все идеально. Вот все идеально, детей по какой-то причине нет. Возможно, просто не хватает органам кислорода. Вот иногда при лечении вот, бесплодия, вот в этом случае, назначаются специальные даже барокамеры, ну, как в космосе людей, которые ну, хотят улучшить кровообращение, соответственно, в половых органах, чтобы вероятность беременности была больше, кладут барокамеры, накачивают давление около 2 атмосфер. С большим содержанием кислорода, насколько это вообще возможно. Вот. И, соответственно, потом потихонечку давление снижают. Так вот, это может сделать наш гель Севера. И поэтому вот доктор Дельбе на своих лекциях и в России, и не в России, многократно об этом говорил, что если к нему приходила пара с желанием беременности, но никаких патологий в изменении органов он не видел, он рекомендовал Северу обоим супругам. Вот. Значит, средства поддержания молодости и красоты в чем выражается? Понимаете, улучшается кровообращение, и за счет этого улучшения вот этот зеленый, землистый цвет лица, он уходит, и девушка становится, ну, как бы с более правильным цветом лица. А раз более свежее, более правильное такое лицо, оно как бы более сияющее, соответственно, читается, что девушка молодая, девушка более красивая, кому-то, может быть, выйти замуж надо, да, девушка более детородная, понимаете? То есть в этом случае мы применяем гели и Северу в том числе именно для улучшения показателей эстетических. Пятое – это аллергические реакции и кожные болезни. Вот здесь я специально остановлюсь, чтобы вопросов вообще эти были сняты. И вы пишите какие-то вопросы есть, которые я потом все посмотрю. У меня просто очень мелкий шрифт на вопроснике. Значит, смотрите. Если у человека аллергия или какие-то кожные болезни, это означает, что у него очень-очень, ну как бы гипертрофированный, условно говоря, иммунитет, который вот защищает его вообще от всего. Человек очень сильно страдает. Либо у человека с кожными болезнями не срабатывают до конца легкие почки. В чем это выражается? Вы берете pH-полоски, которые продаются с пробалансом, меряете у человека с аллергией или с какой-нибудь нейродермитом, с экземой, меряете у него pH утренней мочи, и оно у него равно 7. Это очень страшно. Если человек ничего не принимает, но у него вся кожа вот в аллергических всяких вещах, и pH мочи равно 7, у него почки не выбрасывают кислоту. Почки для чего? Для того, чтобы кислота, которая образуется в результате метаболизма, она сбрасывалась. А тут почки не сбрасывают кислоту. И вот раз не сбрасывают почки, вся образующаяся кислота, отходы жизнедеятельности клеток, всего организма, они выходят через кожу. И нельзя людям, которые обладают либо аллергиями, без разницы какой природы, либо кожными болезнями, давать ту дозировку, которая написана на упаковке. На упаковке написано 3 раза по 30 мл. Это дозировка для здорового человека, для нормального здорового человека, среднего возраста, среднего там, телосложения. Вот, значит, если у человека аллергия, мы берем полстакана водички и начинаем добавлять туда гель Севера, капельно. Одну капельку капнули, выпили перед едой.
На следующий день в такое же количество воды 2 капельки геля капнули, выпили перед едой. Настанет момент, вы можете перейти на миллилитры и так далее. А потом, через некоторое время, это несколько месяцев, как правило, занимает, кожа потихонечку чистится, и человек через полгода, через год вообще забывает о том, что у него была аллергия вообще. Забывает, когда что цветет, когда он что съел. Вот, то есть все до конца чистится, кожа становится чистой, кожные покровы чистые. Но, пожалуйста, для людей, которые страдают такими вещами, и врачи их лечат, вылечить не могут, вот, значит, пожалуйста, предупредите, что вот, ну, вот так медленно будет у них идти. То есть даже если они говорят, что гель очень вкусный, но лучше, вот, чтобы они использовали от капельного применения. Так, ну, общее хорошее самочувствие я уже сказала. Теперь, значит, дозировка. Значит, условно на бутылке написано 3 раза по 30 мл. Я вот здесь вот немножко расширила. 3 раза от 10 до 50 мл. Для людей, которые имеют какие-то аллергии, кожные болезни, начинать с нескольких капель. То есть это даже меньше 1 мл. Вообще, Севера формула, еще раз говорю, самая сильная, где в данном случае меньше всего кислорода в ваших органах и тканях, не всегда понятно. Поэтому вот эта формула, она как бы такая условно-интеллектуальная, она, попадая в организм, ищет то место, где какие-то сосуды неправильно работают. Может быть, у вас, например, повышенное давление, но оно имеет не сердечную природу, а, например, из-за того, что не срабатывают почки. Значит, Севера пойдет туда и будет чистить вот эти почечные канальцы, кровоток. Если, например, у человека варикоз, и вот человек пожилой, то некоторые пожилые люди прямо чувствуют, что у них что-то, ну, типа, не знаю, как, пощипывает, покалывает или просто что-то, вот они чувствуют в венах ног. Значит, и прямо легкость, говорят, вот в венах ног. То есть, опять же, кровоток улучшается кровоток. Вот, то есть, вот, ну, если человек абсолютно здоров, он бывает, что ничего не чувствует. Вот. Но если вот что-то все-таки его тревожит, то дозировку первое нужно уменьшить. То есть смотрите, абсолютно здоровый, пить как угодно. Если у человека есть болезнь, начинать вот с 10 мл. Если аллергия, с нескольких капель. Для детей такая ситуация. Если у ребенка есть заболевание головного мозга, если ребенок на учете у невропатолога, если у ребенка какая-то задержка в речи, в развитии, в головные боли есть, аллергические реакции, то есть у него прямо показания есть к Севере, то да, да, с маленьких дозировок. Вот. Но вообще гель Севера создан для взрослых людей. Для взрослых людей, для детей созданы только 2 геля, да, и, ну, там, я не знаю, в случае, если руку сломали, еще можно там фритом поиспользовать. Так. На основе алоэ вера, геля Севера вот такие санаторные программы восстановления можно предложить. Здоровое сердце, здоровые сосуды, программа «Я космонавт», программа «Я мужчина», программа «Чистая кожа», «Долой диабет», «Ждем аиста», программа контроля веса. Можно еще их расширить, эти программы. Вот. И я уже говорила на первом вебинаре, повторюсь сейчас, у геля Севера есть побочное действие. Побочное действие выражается в том, что гель Севера улучшает кровообращение везде. И если везде для мужчин это кайф, вот, то может так случиться, что девушка, например, придет к вам, и она захочет, например, сделать более красивыми ее ноги, а в результате применения геля Севера очень вероятна беременность. Вот. И кроме красивых ножек, она еще получит здорового бэби. Вот. И человек должен быть об этом предупрежден. Вот и мужчины, и женщины. То есть у Северы есть такое побочное действие. Вот от Северы, да, бывает, что появляются детки. Вот имейте это в виду. Ну, не все как бы...